Друзья, здравствуйте! На связи Горьков чай, меня зовут Юрий, и тема сегодняшнего видео – это китайский чай для новичков. Мы поговорим о том, с чего начать пить китайский чай, как бы это ни звучало, как погрузиться в культуру китайского чаепития более правильно, если в принципе есть такое понятие, как правильное погружение в китайское чаепитие. Обычно у всех оно проходит по-разному, но мы сегодня расскажем пару способов, как сделать это более, скажем так, интенсивно, более, скажем так, хорошо, ну, относительно хорошо. Для этого нам понадобится несколько агрегатов съемочных. Вот, сейчас я расскажу, что это за секретная красная шкатулочка, а пока залью себе пиалку пуэра. Так вот, очень частый вопрос, а мы снимаем видео обычно о тех вопросах, которые актуальны. Очень частый вопрос в нашей чайной звучит примерно так. Я вот попробовал китайский чай, выпил где-то у друга или друзьями там угостили, мне очень понравилось. И вот человек приходит, там 200 сортов китайского чая, он так смотрит на них на все, и там названия вот эти: Фанхуан Данцун, Яшисян Лао Цун, Диньхун Мао Фэн, там Сы Цзэчунь, Алишань Хунча, Ишен Лао Ча, там и так далее, Дашу Яча. То есть он просто теряется, короче, не понимает, за что ему взяться, за что уцепиться. И он только Мао Цзэдуна про Китай как бы знает, и все. Ну, соответственно, наша задача как-то плавно человека ввести в культуру, интегрировать его, чтобы он, допустим, не просто взял какой-то чай, а бывают, допустим, такие чаи, там, хэйча, к примеру, с плесенью. Он попробует его, и вообще ему все это не понравится, допустим, да, потому что чай не для всех. И он бросит вообще эту культуру и потеряет такой ценный инструмент в своей жизни, как китайское чаепитие. Наша задача с вами, да, когда мы только знакомимся с культурой китайского чаепития, это пробовать. На самом деле в Китае такая поговорка очень для этого дела полезная: выпил — понял. Ты не сможешь, просто глядя на чай, загипнотизировать его и понять, нравится тебе он или нет. Сколько людей, столько мнений, сортов в мире существует под каждого человека. Каждый человек обязательно найдет свой чай. Это 100%. Нет такого, чтобы человек не нашел свой чай. По вкусу, по состоянию, как угодно это можно рассматривать. Так вот, первое, что нужно сделать, это прийти в чайный магазин хороший, почитать про него отзывы, посмотреть, что у них за ассортимент. Есть ли там молочные, всякие улунные, понятные. То есть, если есть там какая-то ароматика, есть дерзкие фрукты всякие и прочие продукты масс-маркета, стоит хотя бы отнестись настороженно к таким магазинам. Если вы хотите попробовать настоящий китайский чай, смотрите те магазины, в которых присутствует только моносорта хорошего китайского чая, без добавок, без ароматизаторов. Смотрите, чтобы эти люди на рынке были представлены достаточно долго, чтобы у них были какие-то хорошие отзывы. То есть нужно проникнуться доверием вначале к магазину. Это ключевой момент, если вы новичок. Посмотрели отзывы, вас все устраивает. Магазин работает на рынке давно. Ведут YouTube-каналы, рассказывают людям о культуре китайского чаепития, как делаем это мы. Это хороший такой сигнал. Вот, но обычно в таких магазинах есть уже готовые наборы. Что за наборы? Если вы приходите в магазин и не знаете, с чего начать, нужно взять понемножку разных видов чая и попробовать их. Это самый такой правильный, самый верный шаг для знакомства с культурой китайского чаепития. Допустим, мы как сделали? Мы сделали наборы, где есть 11 сортов самых популярных китайского чая. Человек, который впервые сталкивается с этим разнообразием, пробует каждый из сортов, заваривает у себя дома. Выпил пуэра, ему понравилось. Взял, отложил пробничек, понял, что это его чай. Выпил, допустим, тигуанинь, ему не понравилось. Он понял, что пока ему соваться не надо. Ну, то есть нашел тот чай, который соответствует ему вкусу, его. Вот. И чтобы 10 раз не ходить в магазин, лучше сразу взять понемножку, но много. Для этого и существуют наборы для знакомства с китайским чаем. Задача этих наборов – познакомить человека с ассортиментом. Даже я слышал, что когда люди вот сомелье становятся, когда вино начинают пить, конечно, это не наша история, но все равно они начинают просто пробовать тоже. То есть культуры хоть и разные, но суть везде одна – надо пробовать. Так вот, взяли вот такой наборчик, пришли домой. И что же с ним делать? Ну, опять-таки, если магазин такой правильный, там есть обязательно инструкция в таких наборчиках. Вот мы инструкцию интегрировали. В этой инструкции написано, как какой чай заваривать. Опять-таки, на YouTube-канале у нас есть
ролики о том, как разный чай заваривать более правильно, чтобы получилось все вкусно. Вот, и чтобы чай не пострадал, так сказать. Вот. И, допустим, у вас дома не представлена какая-то посуда китайская. Но опять-таки, для того, чтобы заварить чай, есть наборы, там гайвани, чайники, сливники, пиалы. Это может быть поначалу сложно как-то, но есть эти поды простые, заварочные, тоже пойдут. Главное в этом деле использовать хорошую вкусную воду и хороший и правильный чай. И посмотреть, как заваривать чай методом пролива. Все эти вещи у вас есть в доступе, даже если вы просто приобретете какой-то набор для знакомства с чаем. Вот. Ну а дальше все просто. Берете хорошую воду, завариваете чай методом пролива, пробуйте на вкус, понимаете, какие виды или сорта вам чая вам нравятся, идете в магазин и углубляете свои познания. Можете почитать какую-то литературу, можете посмотреть YouTube-каналы про чай, то есть потихонечку вникнуть в культуру. А затем, конечно, скорее всего, так произойдет, что вам захочется купить посуду, пиалы, гайвани, чайники будут украшать ваш дом, чайные игрушки, какие-то наборы, инструменты. Это все такой следующий шаг. Вот, и, соответственно, вот, ну, лучше все так и начать. Что касается эффектов и состояний, часто такое тоже происходит, когда человек приходит, знакомится с чаем, с культурой чаепития, и говорит: дайте мне что-то, что меня вштырит. И об этом мы тоже несколько роликов сняли. Друзья, всех, как бы на всех чай действует по-разному. Чай-напиток резонаторный, и на кого-то он действует сильно, на кого-то он действует слабо, кого-то бодрит ярко, кого-то бодрит неярко. Гнаться вначале за состоянием абсолютно не стоит. Для начала нужно просто познакомиться со вкусами, с тем, как чай для вас лично отзывается. Это такой первый шаг. Вот, надеюсь, это видео вам было полезно. Хотим вам пожелать всего хорошего, приятных чаепитий. А ссылочки на наборчики, если вам вдруг захочется, да, приобрести такие, мы оставим в описании к этому видео. Всего вам хорошего и до новых встреч!